хочешь купить робуксы по очень низкой цене, тогда, ребята, переходите по ссылочке в описании. Хитрушка вас ждет, и это новый магазин, ребята. Подписывайтесь на него, и мы поехали к ролику. Всем приятного просмотра. И всем йоу, с вами Костя Пол-Пол. Вот, ребят, только со стрима вернулся, капец, стрим был долгий, но вам понравился, я рад. В общем, новая информация насчет робокса. Роблокс в Твиттере написал, что, вот я вам показываю скрин, они написали, что мы полагаем, что определили основную внутреннюю причину сбоя. Мы находимся в процессе выполнения необходимых работ по проектированию и обслуживанию, чтобы как можно скорее восстановить и запустить Роблокс. Спасибо за ваше терпение. В общем, ребята, они хотели этим сказать то, что они уже, наверное, сегодня запустят Роблокс, то есть 31 октября, либо же 1 ноября, ребят. Это уже, наверное, точно, потому что как бы уже Хэллоуин, пацаны, как бы где Роблокс? Так что, ребят, ждем. Даже очень хочется посмотреть, они добавили 3D или нет. Если они добавили, пацаны, это будет максимально круто. Ну, в общем, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Подпишитесь на канал, поставьте лайкос и напишите в комментариях, что вы по поводу этого думаете. А самые гениальные комментарии я лайкну и, может, даже отвечу. В общем, всем покедова!